Здравствуйте. 15 августа, 28 лунный день. День благоприятный для ритуалов усмирения негатива, размышлений, медитации, для всех влиятельных действий. Неблагоприятный для публичных дел, принятия на себя важных обязательств, привода невесты в дом не следует. День благоприятный для людей, родившихся в год мыши, свиней, коровы и собаки. Неблагоприятный годам змей и лошади. В этот день неблагоприятный скорол, таван харюлга, злых языков и сплетен. Будьте благоразумными.